Больше вводят правила дорожного движения для электросамокатов. Изменения вступают в силу с 20 мая. В связи с этим в столице вводят запреты и ограничения для электросамокатов. Так, двухколесным транспортным средством нельзя будет проехать центральной частью города. По правилам, парковка электрических самокатов будет разрешена только в специально отведенных для этого местах. Сегодня таких мест нет, а если их нет, на тротуаре параллельно бордюрному камню. Неправильно припаркованные транспортные средства будут убраны с дороги за счет владельца. Максимальная ставка, указанная в законе, составляет 123 злотых плюс 23 злота за сутки хранения. Согласно законопроекту, электронные самокаты не могут двигаться со скоростью более 20 км в час. Электронные самокаты применяются к аналогичным правилам, как велосипеды. Таким образом, въезд такого самоката в некоторые места запрещен. Это касается, например, старого города в Варшаве, где движение транспортных средств на таких маленьких колесах опасно не только для пешеходов, но и для самих самокатов. Кроме того, там нет места, чтобы оставить транспортное средство на узких улочках, не блокируя проход. Первые электрические самокаты появились на улицах Варшавы в 2018 году.